Чувашия сегодня 17 муниципальных образований, разделенные на сельские и городские поселения, районы и округа. Они и представляют собой власть на местах. Торжественное собрание по случаю Дня местного самоуправления прошло в Театре оперы и балета. От эффективного взаимодействия жителей и местной власти зависит не только сегодняшнее состояние городов, сел и деревень, но и их развитие в перспективе. Местное самоуправление на самом деле мощный ресурс, чьи возможности только начинают ценить. За 2 года мы сделали это прям шикарно для села, очень красиво, красота сейчас стала. Ну а по местной инициативе в этом году у нас очень много для нас проектов, 36 почти на 14 миллионов. Также мы делаем, вот продолжаем, вот и мосты делают, и памятники, и кладбища. Вот. Сейчас уже в этом году больше стали делать, в этом году больше даже дорог стали, потому что понравилось. Понравилось? Вот, да, потому что люди уже видят, что действительно есть отдача, комфортно, красиво. Активность жителей и их желание сделать окружающую среду комфортной для проживания растет в геометрической прогрессии. Строятся и реконструируются дороги, детские площадки, социальные объекты. И все это основывается на местной инициативе. По количеству реализованных объектов сегодня в лидерах – Красночитайский район. По инициативному бюджетированию у нас в этом году мы в проект вошли по 78 объектам. Из них сегодня по 58 торги состоялись. Из них по 52 проектам уже договора подписаны. Можно сказать, работа уже некоторые объекты кипят. Вот скажем, если взять Новотарскую среднюю школу, где мы этому запланировали ремонт работ на 46 миллионов, сегодня там уже ремонтные работы, можно сказать, на 30% выполнены. Подрядчики обещают объект сдать в начале июля. И работы в этом направлении продолжатся. Неплохие результаты и у Аликовского района. Реализованные проекты у всех на виду. Там и по водонапорным башням в сельских поселениях, и ремонт грунтовых дорог. Очень много проектов реализовали. В общем-то, население очень охотно на это идет, потому что видит, что отдача от этого есть. То, что они деньги вкладывают, они видят, что и дороги построили, и башни поставили, новые водонапорные башни, и сети водонапорные проложили, и пруды чистили. На торжественном собрании самым лучшим вручили награды. Я благодарю всех за ту работу, которую мы с вами в течение последнее время делаем очень последовательно. Для того, чтобы синхронизировать все те направления, которые утверждены в национальных проектах, государственных программах, мы с вами в прошлом году очень плотно поработали над программой социально-экономического развития Чувашской Республики. Самое главное, четко обозначить, каким образом мы достигаем намеченных целей. Неравнодушие жителей и их стремление благоустроить территории еще и гарант эффективного использования бюджетных средств. Люди больше ценят то, что сделано с их помощью. Кроме того, так можно привлечь в экономику частные инвестиции. А это уже совершенно новая ступень развития. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.